Правительство Якутии работает над внедрением современных механизмов государственного управления. По этому вопросу председатель правительства Якутии Евгений Чекин провел рабочее совещание. Напомним, о современных механизмах государственного управления речь шла на заседании Президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в рамках работы инвестиционного форума в Сочи. Как отметил глава федерального правительства Дмитрий Медведев, для достижения важнейших показателей в экономике и социальной сфере Российской Федерации будет использоваться метод проектного управления. Премьер поставил задачу получить первые результаты по приоритетным проектам уже в 2018 году. В перечень таких проектов вошли 11 сфер, среди них здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и многие другие.